Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет небольшой видеообзор моих цветов, как они себя чувствуют в апреле месяце. Все-таки весна дает о себе знать, и растения некоторые набирают цвет, некоторые выпускают листья. Ну, в общем, я вам сегодня все покажу. Ну вот, конечно, я начну с пуансетти своей красавицы. Вот так она у меня зацветает. Очень красиво смотрится. Такие вот у нее. И причем там внутри появляется, то есть это же также цветные прицветники, а внутри у нее появляются вон там как бусинки такие, цветочки. Ну, вообще вот такая красотка. Вот такая вот. Такой цвет прям яркий-яркий. Очень-очень эффектно смотрится. Растения прям ожили. Чувствуют весну, чувствуют тепло. Солнце стало лучше греть. И больше стало солнца, конечно. Ну, спатифилум тоже прекрасно себя чувствует. Столько много бутонов. И там появляется очень много. Он прям цветет и цветет и цветет. Появляются новые листья, цветы. Здесь вот рядом антуриумы. Мне прям нравится эта композиция, очень красиво смотрится. Антуриумы. Ну, выпускают листья. Но вот белый пока отдыхает. Антуриум без цветов, но листва новая появляется. Так это красиво смотрится. А здесь, конечно же, директор оранжереи Симоша. Симоша. Монстеры начали вот выпускать листья. Вот новый листик раскручивается. Такой большой, очень большой. И мне нравится у него цвет зелени такой прям. Светлая зелень. Моя красандрочка тоже вся в бутонах. Просто такой шикарный кустик. Просто не знаю, видимо, камера не передает вот этих всех размеров. Она очень огромная, листья блестящие, очень эффектно смотрится, мне прям очень нравится. И постоянно у нее вылазят новые колосочки, и она сейчас у меня цвести будет все лето. Это у меня полка. Здесь у меня гордения, я просто вот жду не дождусь, когда у нее распустятся бутоны. Она у меня вся в бутонах. Такие довольно-таки крупные бутоны вот, на камеру. И должна вот-вот распуститься. Но их тут прям немерено. Она вся в бутонах. Я ее сейчас, конечно, не переворачиваю. Как бы вот она у меня стоит. Гордению нельзя поворачивать, когда она набрала бутоны. Она может их скинуть. Ну, здесь у меня одешки. Некоторые просто я уже поставила на окно. И здесь у меня бугенвилия. Бугенвилия. Здесь, конечно, Вера Вайт у меня, посмотрите. Сейчас, ага, вот. Набрала тоже цвет. Пышный такой очень. Бугенвилия сорт California Gold тоже у меня, видите, уже зацветает. Сейчас подальше так отойду, вот. Такая, когда распустится, очень красиво будет. Мне нравится у нее цвет такой насыщенный. И вот у меня еще Вера. Розовая, которая тоже у нее везде-везде появляются бутоны.
То есть будет такое шапочное. Мне нравится, когда Вера цветет, она вообще у нее такие огромные, огромные шапки цветов. Просто смотрится, конечно, шикарно вообще. Такая вот красоточка моя. Глаз, конечно, радует вообще. Вот моя Дуранта. Такой тоже кустик очень большой. Но у меня здесь на нее нападала белокрылка, поэтому цветение немножко отложилось. Она никак не давала ей набрать бутоны, потому что желтели листочки. А сейчас вот видите, пошел рост. Я ее прищипываю, окончания везде, кончики. И она у меня должна, в принципе, скоро зацвести. Цветет, конечно, она очень красиво. Она у меня цвела. Размножается, кстати, она очень тоже хорошо. Вообще укореняется прям в водичке очень хорошо. И листва у нее такая красивая. Видите, резные листочки такие. Здесь тоже листик. Ну и показываю свое сказочное окно, которое у меня все в бугенвиллиях. Посмотрите. Просто пластаются. Они очень давно у меня, конечно, цветут. Здесь у меня сорта махровые, розовые, белые, персиковые. Очень обильное цветение. И, конечно же, могу сказать, что камера не передает. Не передает объемы вот эти вот. Просто когда смотришь, совсем по-другому воспринимается. Очень красиво. Здесь вот еще листья закрывают. Посмотрите, просто шапочное такое цветение. Обалдеть просто. А с улицы как красиво смотрится. Вообще. Посмотрите. Вот представляете, они намного больше, чем моя ладонь. И вот у них постоянно вот новые, вот еще новые распускаются. А просто сошла с ума у меня. Ну, конечно, вообще, посмотришь, настроение поднимается прям вообще. Красота. Папоротник пошел в рост. А, и да, и посмотрите вот сейчас на окно. Ой, вообще не могу, я просто... Вот. Папоротник тоже пошел в рост. У него такие широкие листья. И вот видите, макушка какая пушистая у нас. Все просыпается, красота. Люблю, когда цветут растения, особенно бугенвиллии. Они, конечно, завораживают. Это мои одеши. Я их поставила на окно. Здесь сейчас уже нету морозов. На подоконнике им не холодно. И попадает больше солнца. В скором времени я сниму фильм. Будет пересадка. Я им буду менять грунт. И некоторым поменяю горшочки. А вот обратите внимание, это, конечно, не в моем стиле. Я не люблю такие длинные ветки, но я его потом пущу на укоренение. Посмотрите, какой длинный. Я его не обрезаю только потому, что он заложил бутоны. Вот видите, я все-таки подожду, чтобы он расцвел, а потом я его обрежу и укореню. Тут у меня несколько черенков будет. Сорт этот, кстати, я заказывала, он очень красивый. Так что здесь будет у меня прям несколько укорененных череночков. Это моя белая пуансеттия. Тоже, видите, пока не обрезаю, мне все что-то жалко. Здесь вот у нее прям какие-то, я не знаю, цветы, не цветы, семена, не семена. Ну что-то вот она вот здесь вот какие-то прям коробочки вот здесь вот у нее образовались. Видите, такой кустик хороший прям вообще. Это тоже мои одеши.
которые я вот недавно обрезала. Чувствуют они себя хорошо, тоже греются на солнышке. Но у нас, правда, солнышка сегодня нету, пасмурный день, целый день дождь идет. Это моя желтая диплодения. Никак не могу дождаться, чтобы она меня порадовала своим цветением. Вот она, причем вот здесь вот, по-моему, вот появляется, вот, вот цвести собирается в каждом. Вот она растет все равно у меня вот одним каким-то побегом вверх, длиннючим. Просто я сейчас подожду, она у меня когда отцветет, и я ее, наверное, скорее всего, обрежу, потому что не нравится мне так. Это диплодения у меня бордовая, которая. Она тоже уже закладывает бутоны. Вот такой куст у меня. Но она огромная у меня, очень пушистая. Скоро она у меня зацветет, потому что я вижу, что уже бутончики у нее появляются. А здесь я вам покажу еще одно мое окно. Здесь у меня некоторые малыши стоят. И вот такая вот красота. Это герань. Сорт герани такой. Мне очень она нравится, она будет цвести сейчас все лето вот такими огоньками. Очень красивый кустик, очень такой пушистый. Но здесь тоже у меня и одеши стоят. Это мои эсхинантусы. Я его сделала ему стрижку, у него были длинные такие побеги. И вот после стрижки он у меня вообще просто, посмотрите, он у меня весь в бутонах. Вообще весь. Здесь уж не раскрывшиеся. И причем сейчас я покажу его черенки. Я их укоренила уже. Они у меня сидят в горшочке. Они тоже у меня все в бутонах. Вот я от него укоренила череночки. И посмотрите. Видите? Они у меня все-все-все в бутонах. Мне нравится очень такое декоративное растение, ампельное. Этот у меня кучерявый эсхинантус, у него листочки отличаются. Он тоже у меня цвести собирается. Тоже везде, везде, везде вот такие вот выпускает. Видите, сколько много. Это я сейчас вышла на веранду, так как у меня здесь тоже очень много растений находится. Здесь у меня плюмерию я вынесла. Ей, кстати, очень нравится. Здесь такой жары нет. Солнца больше, конечно. Окна в пол, света хватает. И видите, у нее как хорошо стало расти листва. Вот видите. Но я ее обрабатываю против клеща. Я уже говорила, что я выписывала препарат Аберон. И, кстати, вот после первой обработки я заметила, что клеща не стало. Вот завтра у меня 7-й день, и завтра я буду ее обрабатывать повторно. Другим препаратом. Бугенвиллия моя большая. Ну, тоже пока цвет что-то на мне не хочет цвести, ленится, наращивает себе шапочку. Мандарин. Мандарин себя тоже здесь чувствует прекрасно. У него такие прям листья большие наросли. И он как бы приостановился в росте. Я думаю, что он все равно должен у меня набрать цвет. Он ни разу у меня не цвел, но вот что-то ему не нравилось. А здесь как раз такие условия, как бы он практически на улице, можно сказать. Здесь все равно воздух такой более свежий. Орхидеям здесь очень нравится. Они у меня, вот смотрите, цветоносы выпускают. Цветоносы. То есть вот здесь вот тоже появляется, скоро это цветет. Все-все-все. Здесь у меня, видите, веточки прям какие две. А это по соседству с ним стоит филодендрон. А сорт гитаровидный. У него, видите, листочки
в форме гитары, что ли, поэтому его назвали гитаровидный филодендрон. Здесь у меня азалии тоже находятся. Это драцена душистая, такой кустик, очень пушистый, прям классно смотрится. А здесь абутилом, посмотрите, это мои череночки от большого, посмотрите, все в цвету. Он так смотрится, прям вообще такие оранжевые огонечки, очень мило. И здесь вот попадает в кадр Русселия. Она у меня, конечно, вымахала. Вообще, ей тоже здесь очень нравится, чувствую. Думаю, скоро порадует тоже своим цветением. Такой вот кустик. В объектив не влазит, извините. Вот так. Это моя герань. Нравится мне, в принципе, это растение. Оно неприхотливое и цветет постоянно. А это моя рассада. Собралась ставить теплицу. Здесь у меня помидоры и огурцы. Вот такие вот. Растем хорошо. А это у меня клеродендрум Томпсона. Я его, кстати, недавно снимала видео про него, обрезку ему делала. Я ему как бы оставила ветки такие длинные, да, подвязывала. Но я все-таки их убрала. Просто мне там и комментарии тоже стали писать, что ущерб цветению. Но я, в принципе, и знала тоже, что ущерб цветению, что ни к чему его оставлять. Ну, было жалко, но все-таки я его обрезала и пустила на черенки, на укоренение. Там очень много у меня будет. Так что, если кому нужно такое растение, пишите. Ну, вот такой обзорчик у меня получился. Увидимся в следующем видео.